Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Артур Зиганшин, директор Шарташского лесопарка. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, чтобы занять это кресло, эту должность, выиграли соответствующий конкурс. Да. Около 3 недель назад. Ну, уже ближе к месяцу, да, даже. Да, да. Около месяца, да, назад, скажем так. Вообще схема конкурса для нашего региона, она такая относительно новая. Как думаете, почему победила именно ваша кандидатура? Есть же очень много конспирологических теорий на это. Я очень сильно старался. Что там деловая Россия протащила своего человека, ну и так далее. Я не буду перечислять все. Ну, для меня эта тема на самом деле не безразлична была и интересовала уже давно. Вот, и у меня был тема парков, тема как их сделать лучше. Тема парков, да, тема парков. И меня беспокоят другие парки нашего города. Вот. А не только вас. Я пробовал силы, участвовал в конкурсе на министра инвестиций и развития Свердловской области. Я понял, как это работает, как этот конкурс проходит. А, понял схему, да, алгоритм. Алгоритм, да, где нужно что подучить, где нужно где себя подтянуть. Вот. Я тем более уже более 2 лет состою в кадровом резерве управленческих кадров Свердловской области. То есть это резерв губернатора. Угу. Вот. И, ну, наверное, это был действительно, да, аргумент. То есть соответствующее обучение я проходил в кадровом резерве. Вот. Поэтому хорошо подготовился. Ну, самое главное, это был честный конкурс. Это был честный, это был конкурентный конкурс. Да. И заранее действительно было непонятно, кто победит. Ну, вы же сами, наверное, видели из СМИ, да, из заголовков, да, что сколько было шума вокруг этого конкурса. Шума было, да, много, вот. Это правда. Контракт с вами заключен на год. Один год. Чтобы каким-то образом парк изменить, явно нужен не один год, а гораздо больше. Ну, 5 лет, я вот так прикидываю по-дилетантски. Нет ли здесь какого-то неразрешимого противоречия? Ну, это некий испытательный срок. Я должен себя зарекомендовать, на меня должны посмотреть, что я за специалист, ну а дальше уже будет контракт на 3 года. Угу. Ну опять же, год, ну это, наверное, заставляет себя, вас, соответственно, держаться в тонусе. Да, да. Бежать чуть быстрее, чем, может быть, требует обстоятельств. Я уже приступил активно к своим обязанностям, уже, так скажем, не сижу на месте. С чего начнете? А может, уже начали? Месяц-то прошел. Ну, не считая организационных вопросов, как-то там набрать штат, угу, решить какие-то орг-вопросы. Но это все ваша внутренняя, да, бюрократия. Важно, чтобы мы что-то увидели, что для парка, да, для парка. Это прежде всего, это мы сейчас работаем с тем проектом, который уже ведется проектирование. Мы работаем, вносим свои коррективы в этот проект. Будем проводить ревизию земель и, так скажем, тех предпринимателей, которые работают на территории парка уже на сегодняшний день. Вот, понимать, что насколько, там есть, на каком основании, насколько законно, да, чем занимается, какие условия были прописаны в договоре. Вот, ну, это особое было поручение губернатора, угу, разобраться с... Ну, то есть аудит в широком аудит, смысле, да, совершенно территории аудит сейчас происходит. Да. После конкурса, кстати, вы с губернатором встречались. Я не думаю, что это секрет какой-то. О чем он вам сказал, что пожелал? Ну вот, мы встречались с ним только на финальном заключительном собеседовании. Губернатор поручил сделать лучший парк. Вот. В мире? Ну, в городе, в стране? Я думаю, что нам по силам сделать в Европе лучший парк. У нас уникальнейшая территория, вот, а большая, тем более здесь же у нас и озеро, и каменные палатки, научно-историческая часть. И все это находится в черте города. Я думаю, что задача посильная. Нужно только поработать хорошо. Нужно всего лишь, вот, хорошо поработать. Кстати, есть ли в России парк, который мог бы стать образцом для подражания? Ну, в хорошем смысле этого слова. Вот вы смотрите и понимаете, да, вот там круто, здесь надо бы сделать так же. Да, мы сейчас изучаем подобные примеры. Есть хорошие примеры в Москве, в Татарстане. То есть, ну, а, конечно, лучшие примеры подобных парков – это в Европе. Угу. Вот. Там это веками культура закладывалась, и нужно... Ну, какие принципы вот в этих хороших парках существуют, которые нужно будет скопировать и растиражировать здесь у нас в Екатеринбурге? Это прежде всего четкое зонирование территории, зонирование. То есть, чтобы были отдельно разнесены друг от друга спортивные зоны, развлекательные, угу, зоны, зоны, так скажем, общепита, зоны каких-то общественных мероприятий, там, фестивали, там, чтение стихов, там, литературные вечера. Чтобы они друг другу не мешали. Да, да, да. И уже потом эти зоны наполнять уже содержимым. Вот. А чем больше будут таких точек притяжения в парке, тем больше людей захочет в этот парк прийти, приехать.
И мы надеемся, что мы достигнем вот одной из поставленных целей, чтобы парк стал по-настоящему городским. Не парком микрорайона ЖБИ, а парком городским, чтобы народ поехал и из отдаленных районов. А почему сейчас люди не едут на Шарташ? Вы, наверное, прикидывали, разбирались. Может быть, пробки просто мешают? Нет. Было бы проще доехать не две дороги, а больше, например, да, чтобы туда добраться, ну и больше бы людей приезжало. Не в пробках дело? Я думаю, что не в пробках дело, я думаю, что просто пока неинтересно там. То есть идут люди с ЖБИ, потому что это близко, это рядом, больше идти некуда, это все-таки лес, с детишками, с колясками, с санками, вот. А другие жители не едут, потому что там, ну, неинтересно просто. Там нечего делать. Те самые точки притяжения, которые... Да, точки притяжения, они нужны. Или они недостаточно притягательны? Нет, их просто нет. Их нет. То есть летом, конечно же, точкой притяжения это является это озеро. Ну, есть, конечно, да, искупаться, да, порыбачить. Да, да, да. Там какой-то канатный парк есть, вот я видел, кафе есть. Ну, то есть не сказать, что там нет ничего. Я не скажу, что там нет ничего, но это не системно. То есть нет некого единого проекта. Это все стихийно. И я смотрю, что некоторые там какие-то объекты растут буквально вот стихийно, как грибы. Они как-то перемещаются по этому парку. Вот. Ну, чего далеко ходить, если там даже системно не построена работа по вывозу мусора. Вот. То есть нету в достаточном количестве урн, туалетов там вообще нет. Вот, скамеек там, ну, раз-два я обчелся, поэтому... На календаре был 2018 год, что называется. Да, да. А народ идет только на точке притяжения. Народу интересно, народ хочет получать лучшее будущее уже сегодня. Он не хочет завтра, он хочет сегодня. Ну, смотри, Шарташ и сегодня штука уникальная для города, хотя бы тем, что в нашем вечно пыльном, заполненном смогом городе есть такое вот зеленое пятно, да, куда можно приехать в любое время и подышать просто свежим воздухом. Да. В общем-то, это уже, наверное, достаточный аргумент, чтобы туда приехать. Но при этом, смотрите, вот я прикинул, вот меня, как человек, который в Шарташе периодически с семьей бывает, волнуют следующие вопросы. Первое. Машины, движение и парковка. Второе. Общепит. Третье, извините, туалет. Я правильно перечислил? Правильно. Приоритет. Правильно. Как, значит, будете решать? Давайте пройдемся по пунктам. Первое, машины. Значит, закрывать будем въезды для машин, оставлять только, разрешать только въезд экстренным службам, скорая помощь, пожарная, полиция. И, то есть такой вольницы, как сейчас? Нет. Что практически к воде можно подъехать, ее точно не будет. Однозначно не будет. И разрешение будут получать те арендаторы, которые будут там на законных правах размещаться, чтобы там подвезти, отвезти там, не знаю, продукты, вывезти мусор, соответственно, и так далее. Да. Вот. Второе – это общепит. Тот общепит, который сейчас представлен там, ну, я называю это некультурный общепит. Потому что я сам в этом парке часто бываю, я вижу, как люди проводят там время. Вот. Это стихийное разведение открытого огня. Есть такое, вот. Пикнички. Да, это непонятные точки торговли, непонятно, каким там они продуктами торгуют. Вот. То есть нужно все приводить к единому знаменателю, делать все цивилизованно, культурно. Ну и к этому ко всему добавлять еще и туалеты. Ну, которые... а иначе туалет будет везде. А иначе туалет будет везде, да. Беседки, которых там великое множество, они останутся? Или вы их уберете? Не готов пока говорить, но, на мой взгляд, эти беседки не вписываются в общую концепцию парка будущего. Угу. То есть это, может быть, они и функционально хороши, может быть, там и интересно кому-то проводить время, но, на мой взгляд, эти беседки не вписываются в концепцию парка будущего. Предполагаю, у людей могут быть опасения. Вот придет новый директор, будет насаждать свои порядки и, ну, условно, за каждый чих будет деньги брать. За вход – деньги, за то, чтобы пикничок устроить – деньги, машину поставить – деньги. И в итоге вместо того, чтобы притягивать людей, да, получится их оттолкнуть. Ну, у меня нет задачи отталкивать людей, у меня есть задача притягивать людей. Поэтому, конечно же, такого абсурда, как… А задача зарабатывать? Задача зарабатывать есть. То есть парк должен зарабатывать, и парк может зарабатывать. Это я говорю не просто так, а я говорю по опыту других парков в России. То есть зарабатывать можно, но это не какие-то великие деньги, но там, продажа символики, продажа фирменных каких-то аксессуаров парковых. Это все будет, это все нужно делать. Опять же, какие-то, может быть, летом кружки для детей. Это все нужно внедрять, применять. Есть мысли
сделать там так называемый город мастеров. То есть ребенок приходит, здесь он, допустим, что-то кует монетки, здесь он лепит... Там кузница тем более есть. Да, там есть кузнец тем более. Да. Здесь он лепит какую-то вазочку-кружечку маме на 8 марта. Здесь он учится строгать, делать скворечники для птичек. То есть этого же ничего сейчас нет. То есть дворец пионеров давно уже не функционирует. И нужно детей от айфонов, смартфонов... По собственному опыту знаю. На Рождество, кстати, можно ярмарки проводить. Ярмарки, да. Я давно об этом думаю, что нет у нас в городе места, где просто можно было бы что-то подобное устроить. Да. А тут, пожалуйста. Да. То есть эти все предложения, вот, которые мы сейчас с вами обсуждаем, именно это я все закладывал в презентацию, которая потом легла на стол губернатору в рамках конкурса. Когда все-таки, снова вернусь к этому вопросу, мы увидим первые изменения? Визуально. Вот чтобы мы приехали, поняли, да, действительно, на Шарташе что-то начало меняться. Но я думаю, что работы начнутся уже этим летом. Вот. Пока не готов говорить, когда уже вот, вы сможете лицезреть приятную картинку, но будем начинать работать с этого лета. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Артур Зиганшин, директор Екатеринбургского Шарташского лесопарка. До свидания и удачи.